Раскаяние террористов. Письма, стихи, признательные показания и эксклюзивное интервью. Вы только один был? Умереть? Разочарование во всем. Что было и все. Леденящие душу признания жен и матерей. Я до сих пор не могу поверить. Я, как говорится, в щуком состоянии. На переговоры не идут. Все, прием. Между вторым и третьим этажом шахет взорвал себе бомбы. В бой против смертников шли полковники лучшего спецназа страны. Объектами для проведения террористических актов должны были стать правоохранительные органы. То есть здание ДВД, здание ДКНБ.